Это наш третий день путешествия. Вчера день не заладился из-за, наверное, погоды. Сегодня с утра тоже моросило, но мы уже стоим у входа в национальный парк, в этот окаменелый лес. Вот это вот подо мной, с такого большого любезного разрешения веков, я ступил на срез, в общем-то, камня, но на самом деле окаменелого дерева. Petrified – это вам не дерево. Чтобы увидеть окаменелый лес, нужно проехать раскрашенную пустыню. Painted Desert. Собственно, на территории которой он и находится. Раскрашенная пустыня раскинулась на североамериканском плато больше, чем на 160 миль. А название свое она получила из-за красочных, похожих на радугу полосок, от лавандового до ярко-красного, оранжевого и розового оттенков. Территории парка были обнаружены также петроглифы, наскальные рисунки, оставленные индейцами Пуэбло 600-800 лет назад.
Я вот смотрю на дорогу номер 40, которая была когда-то главной улицей в Америке для тех поселенцев, которые устремили свой взор, переплыв океан на запад. И от Чикаго до Лос-Анджелеса больше века назад сложилась некая мистерия, сложился некий поток, который создал вот это великое переселение на запад континента. И эта главная улица называлась дорога номер 66. И вот это уже появилось потом, гораздо позже. Этот Кадиллак, наверное, начал перевозить по дороге 66 с начала 20 века и явился главным перевозчиком и любимой игрушкой на этой дороге номер 66. Сейчас за мной скоростная дорога номер 40, по которой со скоростью 75 миль в час несутся все те же судьбы, все те же люди, но уже не надо открывать Силиконовую долину и осваивать дороги Солт-Лейк-Сити. Уже просто едут туристы, подобно нам с вами. И вот именно в данном месте она пересекает Petrified Forest. Этот окаменелый лес, возраст которого больше возраста динозавров. Прямо дерево, только не поднять и не сжечь. Камень.